Импортозамещение – одна из ключевых задач, которая стоит перед нашей страной в условиях западных санкций. При этом бизнес зачастую нуждается в помощи со стороны государства. В нашем регионе одной из структур, которая этим занимается, является Фонд развития промышленности Тверской области. В ее активе уже десятки успешных кейсов. Тверская механическая компания – один из тех производителей, который получает льготный заем на импортозамещение специального оборудования. Оно применяется для нанесения разметки на автодорогах. Предприятие планирует закупить поршневые насосы для безвоздушного нанесения краски, а также металлообрабатывающий центр с ЧПУ. Льготный кредит они получают в Фонде развития промышленности Тверской области. Мы представили им займы оборотный капитал и импортозамещение. Один на срок до 2 лет по 1,5% годовых, второй до 5 лет под 1% годовых. Общая сумма финансирования 70 миллионов рублей. Пользоваться поддержкой Фонда развития промышленности тверским предпринимателям очень выгодно. Здесь самые дешевые деньги. В коммерческих банках проценты по кредитам заметно выше. И, скорее всего, вырастут еще, учитывая, что в пятницу ЦБ до 15% увеличил учетную ставку. Здесь же все по-другому. Мы представляем до 50 миллионов рублей, до срок до 5 лет под 1% годовых. И оборотный капитал мы представляем до 20 миллионов рублей или 1/12 от последнего сданного годового отчета, что меньше, на срок до 2 лет под 1,5% годовых. Сейчас в активе здесь до 30 действующих займов. По показателям работы Фонд развития промышленности Тверской области входит в десятку лучших по всей стране. Если учесть, что тут помогают предпринимателям еще и с документооборотом, то неудивительно, что бизнес все чаще обращается за займами на проспект Победы.